Отдайте его матери! Отдайте его матери! Отдайте его матери! Отдайте его матери! Отдайте тело Алексея Навального его матери. Верните тело невинно убиенного его семье. Проволочками вы только еще больше доказываете, что это было убийство. Проволочками вы еще больше доказываете свою слабость. Верните тело убитого и позвольте похоронить его по-человечески. Тело Алексея Навального должно быть передано его матери без условий и без промедлений в соответствии с законом. Но вы продолжаете, даже убив его, держать в заложниках. Передайте тело Алексея Навального его близким, матери, жене и его детям. Я хочу просить всех людей, всех нас, говорите, что надо отдать тело матери. Отдать жене, детям. У мертвых тоже есть права. Они хотят умереть среди близких людей. Я обращаюсь к тебе, Владимир Путин. Отдай тело Алексея Навального его матери. Если ты еще во что-то веришь, если ты веришь хоть краешком своей души в жизнь после смерти и в спасение души, отдай тело Алексея Навального его матери, потому что воистину это твой последний шанс. Неловко говорить об этом стране, которая себя считает пока еще христианской. Просто отдайте Людмиле Ивановне ее сына. Просто отдайте ей все. Отдайте тело Алексея Навального матери. Вы его убили, вы его пытали, вы его то ли отравили, то ли задушили. Все равно правда будет известна. Вас все равно будут судить. Нам больно и тяжело от потери Алексея Навального. Но ко всем чувствам также примешана ярость. Ярость от того, что они не отдают тело Алексея Навального его маме. Они не просто издеваются, они глумятся. Я, как и многие россияне, сейчас требую немедленно отдать тело Алексея Навального его родственникам. Следственный комитет, верните матери тело Алексея Навального. Странно говорить, что добро победит. Оно уже не победит в случае с Навальным, но зло должно быть наказано. Верните тело Навального. Я требую отдать тело Алексея Навального его родным. Вам, разумеется, плевать на мои требования, меня это не удивляет. Но я сейчас говорю не только от своего имени. Я говорю от имени тех россиян, которые вынуждены молчать, которые в силу обстоятельств не могут проронить ни слова. Просто отвратительно наблюдать, как над бедной пожилой женщиной продолжают издеваться люди, которые совсем недавно убили ее сына. Мы присоединяемся к требованиям немедленно отдать тело Алексея его маме. Путин, отдай матери тело сына. Ты сделал с ней самое страшное, что может произойти с человеком. Родители, видящие мертвое тело своего ребенка. Прямо сейчас происходит очередной громкий стук со дна. Пожилой женщине 70 лет, матери Алексея Навального, отказываются выдавать тело ее сына, хотя обязаны это сделать по закону. Прекратите издеваться над родными погибшего. Такого не заслуживает никто. Отдайте тело Алексея Навального его родным. Они имеют право его по-человечески похоронить.